Упражнение на мече с 6 месяцев. Занятие на мече – это прекрасная стимуляция вестибулярного аппарата, развитие координации и подготовка к ходьбе. Положите малыша на мяч животиком и покачивайте. Вперед-назад, вправо-влево, а также по кругу. Вашему ребенку это упражнение точно понравится. Особенно, если они будут сопровождаться прибаутками, песенками – или просто нежными словами. Смотрите, как мы держим малыша. Мы фиксируем его в коленном суставе. А теперь давайте покачаемся вниз-вверх. Встаем на ножки, ныряем вниз головой. На ножки, ныряем. 5-6 раз. Теперь попрыгаем, покачаемся. До десяти раз. И сажаем малютку на мяч. А теперь попрыгаем на шаре сидя. Прыг-скок, прыг-скок. До десяти раз. А теперь немного попрыгаем стоя. До десяти раз.